манго, манго, танго, манго, танго. Танго, манго, ланго. Блядь, ебать. Че за дичь была? Слышь, че, красавчик, ты че? Оу, е. Блядь, почему они не умирают, сука, жалко. Опа! Блядь, как я промазал мусор-то? Как я? Профессиональ! Махмед. Ахмед. Да вообще профессиональный убийца мусорских вертолетов промазал? Да быть такого не может. Как так-то, блядь? Вот так вот, сука, лети, ебать. Видел, как красиво было, а? Ты дубинушка. Видел, как красиво? Это было красиво. Это был скилл. Ой. Ой. Надвигается шторм. Так. Слушай, красавчик, надо еще что-нибудь сюда сбросить прикольное. Блядь. Ну как вам там сверху коп упал, а? Нормально? Четко? Во, видал? Ты меня сбил, я выстрелил в воздухе и убил двух копов. Я это заснял. Это говорит о чем? Скилл. Тест. Это просто, это не то, что скилл, это, блядь, охуенчик. Да, кстати, немножко подтормаживает. Слушай, куку меня зачем убивает? Леныч, ты что там, поехала? Тем более убивать в момент, когда я покупаю РПГ, это вдвойне опасно и напряжно. Могут и убить. В смысле? И чё, я тебя не стрелял? Опа! Мусорская порвалась, жопа! Понял. Это чё ща улетело? Я ебал, что вы здесь делаете, это блядь? Так, у нас в игре лишние, ребят. Bizero и Hound Fire 666. Чего, да? Я тебя задавил? Да. Я был почти как? Труп. Я мимо тебя проехал. Я наоборот Сталина должен был завалить, а не тебя. Да, у нас, короче, два лишних человека в игре, слышь, чё? Красавчик, бро. Смотри, у нас Bizero, блядь, лишний. И Half-Rai 666. Вдруг они пидорги. Шерстяные, блядь. Ха-ха, блядь. Смотри, убил мусора. Во, видел, видел? Я это заснял. Четкий выстрел. Про. Это был про. Что там за хуйню написал этот петух не на, на нерусском, блядь? Аккуратно, РПГ! Вау, что-то было. Да ладно, выжил кто-то там еще? Блядь, что делается, блядь? Что делается? Вы видели, что на севере делается? Это просто пиздец. Копы мрут как мухи. Это просто когда Ирбис серит. Вот что творится. Чё ты там вякнул, ну пиара, блядь? Повтори, сучка. Да ты серишь. Ты чё, блядь, попутал нахуй, ёпа. Вася, Вася, ты попутал? Слушай, братан, корабли не путай. Пошёл на... Чё ты сказал там, блядь? Что ты там смог своим голоском мне сказать? Гуляй. Потерялся, Вася? Сейчас будет из тебя омлет пососос. Нихуя себе ты там, блядь, дерзкий сосончик, а? Опа! Опа! У Коли порвалось. Повезло Коле, блядь. Блядь, как мало людям, да, для счастья надо. Сидят всякие задроты на КД дрочат. А тут ребята пришли и начали ебашиться. Ку-ку, а зачем ты туда залезла? А, мусоров убивать, ну тоже вариант. Ой, куда мусора делись? Кто-то авиафраг запустил? Блядь. Какие-то сенсей, блядь, какие-то демотрекные. А нет, мусора здесь, все здесь. Я уж испугался. Опа, 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 опа! Четко стреляю с упреждением, блядь.
и не попадаю. О, между мусор... О, я мусора выбил РПГ, видели? Такое ощущение, что в него попало РПГ, и я его выбил. РПГшка из вертолета. Либо кто-то в него попал там. О, видел, как уворачиваются, да? Тарга, видел, как уворачиваются твари? Да. Резко так, хоп, резко и вниз, и все. И вот и как хочешь, так и понимай, блядь. Ёбаная, блядь, механика, нахуй. Нуба, вижу нуба. Нуба, нуба убил. Вот он, сладкий запах изятинки. Чувствуешь? Коля. Коля Николай. Запах изятины. Кто тебе, говняшка-маняшка? Главное хорошо выстрелить в негра, остальное все хуйня. Правда, тигра? Хорошо сказал. Не, просто коп негр выходил, блядь. Получилось. Так получилось. Я же не специально, блядь. Во-во-во-во-во-во-во, какой-то развернулся. Смотри, здесь какой-то дерзкий на вертолете. Прямо мачо, блядь. Сразу две дырки, блядь, в голове, на? Правильно, он же не ты, он покруче тебя. Кто? Таргаплей нет. Оп. Наравне отстрелялись. Покруче здесь только Коко. Ну, блин, для они задроты. Какой компания, поэтому я им, конечно, да. Ко-ко-ко-ко-ко. Куда мне до них еще? Мне до них. Коко. Коко. Заговорила? Да ладно. Бывает. Коко. Неси яичко. Блять, ты в школе ты пиздишь, что я чувствую, ты, блядь, нахуй. И будет Лена, нахуй, делать из тебя эти, блядь, как они называются, нахуй. Маленькие Николайки, блядь. Ух, нихуя себе там, блядь. Вау! Ой. А ты чё, Сталин, без... А, ты это, я понял, да. А понял, шифруется, шифруется. Тут будут сейчас маленькие Ирбусы. Блядь! Ирбус. Меня убить. Может тебе из РПГ на клыка дать, а? Давай, попробуй. Иди сюда, сучка, блядь. Трахнул нахуй. Где ты, блядь? Где ты там, блядь, бежишь, а нахуй? На, блядь, ебать. Это Сталин. Ой, это мандаринка, блядь, вообще, ёб, давай. Так, где дичь? На, ёба. Ирвы, ты тютя. Где этот тупырь, блядь? Тютя. Пиу. Тютя. Ты иди ты нахуй. Заебал. О-о! Cover me, cover me, cover me. Сталин, cover me, да, окей, окей, cover me, cover me. Cover you. Тютя, тютя. Cover you. Тютя. Тютя, блядь. Тютя, блядь. Что тут вообще происходит? Где-то мусор ползет. Чувствуешь, мусорятиной позапахло. Где-то он там в углу, слышишь так? Вон он. Выполз, гад. Со стройки. Какой-то хуй стреляет, блядь. О, блядь. Смотри, этот начал эти глич использовать, блядь, а, сучка. Что такое? Судя по звукам, я пришли для тебя, тупая башка. Лох. Педальный. Блядь, на меня коп упал в вертолет, это было больно. Как так-то? Ооо! Вы видели, как это было, а? Вы видели? А? Скилл! Сразу три человека одновременно убили пидора. На, блядь! Да, с хули скилл не пробьешь. Ух, как хорошо-то вошло мусорам-то, блядь! Слышь, Коля какой катаргу убил. Слышь, как. Чё? Слышь, красавчик, так. Надо там чувака вывести из тени, так, а то... Так, извини, я нечаянно, я хотел... Он что-то в тень там, блядь, да. Я тебя поймает. Сейчас тебя поймают, блядь, за жопу, а он в пассиве, блядь, ну для меня, по крайней мере. Вау, йоу! Зови. Блядь, Маринка аккуратно мандаринку на капоте протащили копы.
вы за это ответите, твари, блядь! Своим вонючим тельцем, блядь! Потому что я люблю. Блять, тут копы! Смотри, один какой-то спецназовец прокрался, блядь, незаметно. Ебать, они хотели мандаринку завалить. Суки. Я прикрыл. Блядь. Красавчик, будь добр, убей Коля. Он задолбал и спасибо меня убивать. Убей этого петуша. Убей этого петушару, блядь. Он меня уже убил. Будет еще раз спасибо, убей еще раз, блядь, его нахуй. Так, что здесь происходит? Где копы? Я не вижу мяса. Я хочу мяса, хорошего мяса такого. Копского мяса. Пойди в магазин и купи. Да хватит. А, хватит. Все понял, да? Ты все понял, блядь? Колюшечка, блядь. Да ты чё? Блядь, нихера себе тут рядом. Мне на голову падают подарки судьбы, ёпта. Вы видели? Вон мусор. Кто его издалека собьёт, тот крут. Это был я. Видели? Видели? Видели, да? Это было прекрасно. I am the boss. На, тварь, блядь. Выход тут решил. Смотри, на дальничке сейчас возьму. Жди. Ирбис меня не завалит. Ирбис не сможет меня завалить. Зато тебя могут другие завалить. Ты, бля. О, смотри, в юга в копа попал, а? Чётенько. Чётенько. Это скиллер ПГшный. Так только так могут старые воины РПГ. Ладно, лайфстайла делать. Я больше тебя не буду убивать. Конечно, иначе ты опять умрешь. Я сдаюсь. У тебя порвется жопка, как у антилопки гну. О, бля. Нахуй. Ебать, вы видели, что-то там проехало страшное такое? Вау. Я даже испугаться успел, какой копы. Это было очень неожиданно. Как я промазал-то по вертолету? Вы чё, ебать? Я не промазываю по вертолетам. Я не могу промазать по вертолету, да? Да, куда ты летишь, наш вертолетик дорогой, блядь? Любимый, сука, не родной. Блядь, чё за пиздец вы здесь устроили, ебаный в рот. Бля, меня вальнули. Слышь, Фанси, здесь какая-то дичь происходит, мне сложно сказать, но тут, короче, жопа, блядь. Народ убивает копов массово. Немножко еще страдает сами. А что ты хотел? У нас все нормально, мы уже на сегодня стреляли. Ко мне какой-то хер бежал и помер. Это а ты я. Пойди их убей, блин. Я случайно, извини, не хотел. Ты приди сюда, Фанти, и убей их. Попробуй выживи в этом аду, блин. Я один на тебя посмотрю тогда, какой ты крутой. Лоу, блин. Ты попробуй сначала выживи, блин. Когда тут, блядь, 100 копов на квадратный миллиметр, блин. И, сука, со всех щелей не лезут же, блин. Хуя себе, что-то пролетело мимо. Воу. Нормально так, блядь, меня еще и протащило, блядь. Ебать, там копы убили. Блядь. Не, убивать копов это всегда пизда, так что никто, кто бы ни говорил. Блядь, мне нравится. Прямо в удовольствие, да хуя. Сука, я чуть не покакал. Ритмок. На, коп! Смотри, не попал. Да как так-то? Как так-то? Вы видели, что делает, сука? Хуй. Так, вижу еще один. Коп in the hair. Нет, не in the hair. Как там в воздухе-то по-английски, блядь, я забыл нахуй. Индовоздух, короче, вот. Ничего себе по-английски там, блядь. Только, бля, ебал. Тут лазерами стреляют, ёба. Чё делать, пацаны? Чё делать, я не знаю. Вы как хотите тут лазером... Ой. Бля. Коля, это было красиво, но не я тебя убил, честно тебе говорю, не я.
Тебя убили. А написали, что ты. Нет, не я, это тебя убили волны эти, как они называются. Знаешь, что я тебя... знаю, ты красавчик. Новые торсионные поля. Тебя торсионное поле убило, понимаешь? Это не я был, это было торсионное душня, поле, слышишь? Да, это было торсионное поле такое, да. Такой глушняк стоит. Блять. Фанси, сорян, такое бывает здесь. Я даже сирены не слышно. Да, 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 нет, Фанси нас слышит. Ёпта, ёпта, ёпта. А где копы? О! Только что один коп взял вотик. У РПГ. По-моему, убрали. Блядь, смотри, они прям прыгают из забора, прям. Как это, их плодятся, ёпта. Смотри. Как я промазал, блядь. Как я промазал, как? Как? Скажите мне, каким образом? Куда улетаешь, пацан? На, ёпта. Спи спокойно, лох. Смотри, четкое убийство. Хули, профессионал. Кто? Ты че, блядь, нигер? Попутали два негра, блядь. Ты че, блядь? Ты нигеров, что ли, ебать нахуй? Ты что-то не могу понять. Блядь, да не надо бегать перед шестиствольным пулеметом, ё! Я ж тебе говорил, Фанси, здесь очень страшно находиться, блядь. Тут просто дичь, блядь, происходит, понимаешь? Да бывает, Эльбус. Да, тут... Все ж понимаем, все ж свои люди. Да, тут чуть-чуть... Ты же тоже когда-то был идиотом. А чё я зарядиться не могу? Я не понял. У меня какой-то глюк начался. Я зарядиться не могу, йоу. Ну, это я тебе говорю, ты за этого, за красавчика. Нормально все, зарядился. Надо было только убиться. Не, Фанси, мы копов убиваем, мы не друг друга убиваем, да, так что ты там это... Не путай, да, у нас тут, да, четко. Reloaded, все, я am reloaded, I am ready to kill, дай маза пока. А мусорок, чувствуете, как шел такой радостный, типа, я иду, бля, сейчас свой долг исполню. А в итоге чё? Хуй. Да хули ты тут это, блядь, пиздишь, заткнись нахуй, ебать. Черт, вы видали? Вода из-под земли, пацаны. Это все красавчик. Йоу, смотри, как краса... как по красоте-то я прыгаю. Оставь, это же прикольно, смотри. Блядь. Опа! А еще огонь можно сделать, Во, смотри, как красава, а? Блин, смотри, Тигран как улетел, вообще, блядь. Таргет вообще красавчик, блин, вообще красавелла. Копов убиваешь и еще и летаешь, смотри как, опа! Блять, это вообще, это шикарно, блин. Ой, Мандариныч, а как ты так сделала? Ну-ка. Во, смотри. Видел как, смотри, на двоих сразу, опа! А как? Класс! Чётенько. Бля, вообще заебись, нахуй мусора нужны, давай фонтанчиками развлекаться. Да, короче, мусорами. Не-не, фонтаны вообще доставляют реально, слышишь, что вообще тема. Давай, гоу-гоу, я тоже бегу к фонтану. Фонтаны счастья. Слушай, а ты можешь делать фонтаны так, чтобы как бы по дорожке, как по лестнице, заниматься? Не знаю, это же не я делаю. Красавчик делает. Это ж красавчик делать, не я. Вау, видел как? Четко. Не, он, видишь, может делать так, но тогда мы за ними не успеем. Нам надо, чтобы нам на два было вот так, да, вот. Да, опа. Воу. Слушай, Ирбис. А, смотри. Красавчик, а ты можешь делать фонтан? Ты что было сейчас? Ко-ко. Звездочка, давай еще сделай фонтан. Красавчик, давай сделай фонтан. Только смотрите, знаете, как надо делать? Бежите на него как бы, и вот вперед, и прыгайте. И он вас вверх еще выше поднимает. То есть бегите вперед как бы и прыгайте на него. Смотри, вот. Да, и надо как бы прыгать. Вроде получается по приколу. Твою мать, такие дела, бля. Красота, бля. Сука, неимоверная, бля. Ну того стоит. Я ебал, бля. Еб. Ебалом обосвать, сука, она. Опа! Не, нормально, нормалёк.
Панцер, ты где? Иди сюда, смотри, мы новый прикол нашли. Да там FPS у вас стоит. Да ладно, все нормально, А, ну да, у тебя же видеокарта, я забыл. Да мы тут мажоры, блядь, 1080 юзаем. Вот интересно, как человек выживает после того, как головой приземляется в асфальт? Мне тут интересно все-таки, блядь. Там, блядь, да. Там, по-моему, 1080 тоже будет херово. Кто тебе сказал? Мне отлично идет. Я тебе даже больше скажу. Сейчас я играю не на 1080, сейчас у меня 79-70 стоит. Ты че, братан? Чья видеокарта на 840 стоит? Вот, поэтому Фанси все нормально. У тебя, видно, может, настройки не очень. Надо подрулить. Смотри, какая красота. Йоу. Ух! Слышь, я на скорую помощь упал. Йоу. О, давайте-ка я прикол сделаю. Подожди, стой. Смотри. Давай сейчас оставь, мы сейчас попробуем вот что сделать. Что будет? Не, включи. Красавчик, включи. Включи их опять. Так, подожди. О! Стой. Меня подкинуло. Тихо. Во. Давайте, залазьте. Вау! Сейчас я сделаю по красоте. Подожди. Сейчас все будет, народ, подождите. Тихо. Сейчас. Ильбус, хорош ты уже, а ездить. Стань нормальным. Сейчас. Во. Все, давайте. Жгите, пацаны. Блядь, кто меня стреляет? Я прекратил кто-то стрелять. А, копы меня стреляют. Ну как вам? Актрокшион. Так, не надо, не снимай нас. Зачем ты снимаешь ее? Отодвигаешь. Не отодвигай. Блять, мусора. Короче, знаете что, я предлагаю так. С мусорами навеселились, да? Как бы и хватит. Сейчас я сразу включить. Сейчас я включу. У нас теперь новая игрушка. О! Четкая игрушка сейчас будет. Давай, братан, давай. Я не знаю, подбросит, нет? Есть! Не, тогда надо убрать пожарку. Чуть дальше от пожарки, слышь, что, красавчик. Огонь тут чуть дальше тогда от пожарки надо, да. Это вот к пожарке помогают фонтаны, а вот огонь не очень помогает, да. Где красавчик? Во, давай. Не гони. Блядь, смотри, какая красота, а. Ее дважды спалили, короче. Ну да, на ведьму похоже как раз самый раз. Палить. Вы видели, что творится? Вообще дичь какая, бля. Я ебал, бля. Как какого могла таргеплея убить, бля? Я не могу понять. Короче, надо с разбегу бежать между ними. Как бы вроде бы ты на один прыгаешь, бля, попадаешь потом на второй. О, бля, все, я сгорел. Блять, это охуенно, нахуй. Это просто охуенно, бля. Стой, там еще скорая есть. Нет, скорая не нужна. Потому что, видишь, он низко, это не фонтаны. Это фонтаны нормально. Здесь, видишь, низко делается. Взял, пробежал по коко. То чувство, когда пробежал по коко, да? Затоптал, блядь, можно сказать. Коко, я тебе топтал, блядь. Это ёптая мать, сука, это хуйней можно развлекаться до упаду, блядь. Ну и какая красота-то, да? И каждый раз по-разному, что характерно, блядь. О! Видишь, короче, если А2 сделать, будет вообще шикарно. Смотри, вот правильно, Коля тушит. Ты видал, Маря, не туша, да. Туша? При этом убивая, блядь. Нормально, пацан. Вроде бы туши, да, при этом это, знаешь, это КД поправляет себе. Красава, блин. Не, вообще шикарно. Полетел нахуй, да? Они его тушат нахуй, смотри. Да. Не понял. Это как?
Зачем ты это сделала? Но она Ку-ко. Женщина. Она может. Ты чё, дура что ли? Я ж специально делаю для вас. Я ж не убиваю. Да, но ты нас сбиваешь. Мы еще не успеваем добежать. Давай тогда чё? А чё еще есть? Ну это прикольно, да. Но это не убивает. Блядь. А вот за это, сука, придется ответить, пидоры, блядь, шерстяные. Может быть еще с этим? Все-таки с как его? С водой? С водой когда поприкольней, да. Какой-то. Кто-то тут чей-то труп. Коко труп Коко. Коко, а что ты тут? Твой труп. Коко дура. Прекращай. О! А я могу загореться от этой хуйни, нет? Гори-гори, ясно! Вау! This is incredible! Блядь! Хуя! Не знаю, блядь! Это GTA, братан! Это GTA, блядь! А что-нибудь еще из-под земли можно сделать, помимо огня и воды? Говно. Летающее. Ладно, Коко, прости, если я тебя задел. Да уже поздно, сука, молись, блядь. Беги, блядь. Текай, пизда. Я не понял, кого там пожарник решил потушить-то, блядь. На колени, раб. Это уже БДСМ, он попахивает. Насмотрелись тут некоторые 50 оттенков серого и серее, блядь. Чё меня убиваешь, тварь? Кто? Да ты еще и косой к тому же. Нахуй ебать, блин. Давай фонтанчики еще водяные, слышь, чё? Не понял. Мне это не нравится, чё это такое? Мышки. Личинки живых, что ли? Чужих повыпадали? Жгём дальше, блядь. Вау! Как я вовремя упал? Главное вовремя упасть, блядь. Коля, всё, блядь. О, нихера себе там мандаринку колбасит, блядь. А, это эти мечи бейсбольные, что ли? Вау! Да ладно, блядь. Сейчас, подожди, давай вот этот автомобиль подгоню, слышь, что было по красоте. Какой красота! Подожди, не мешай, бля. Сейчас сделаем, подожди, народ. Я сейчас сделаю, чтобы повыше было. Давай на один. Не-не-не-не-не-не-не. Давай, где там? Ну поставь два штука. Да, поставь. Мы сейчас сделаем по красоте. Так, так. Во, точно. Сейчас будут полеты навигатора еще круче. Да уйди, Коля, задолбал ты уже, мешаешь играть. Реально. По идее, от этой от машины будем улетать еще выше, по идее, потому что жети как их. Он же выше, да? А, только мы залезть даже не можем сзади. Давай. Вау! На капот еще разочек. Так, давай. Спереди залазит люди. Давай, жги, блядь. Сука, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас все будет. Какие-то мячики, блядь, набросал здесь. Коля упал. Вот это было красиво. Вот это красавелла. Ёбана в рот, блядь. Так, бежим, смотри. Опа! Блядь, бесподобно. Эй, йоу, давай, не прекращай там, ты чё? Клёво же, развлекаемся, заебись, вообще охуенная тема. Ух ты! Ух ты, смотри, какой полёт навигатора.
Да, жизнь-то отбирается. Вау! Ко-ко куда-то улетело. Я думал, этот труп так взорвался, Ко-ко. Я тоже думал, что этот труп Ко-ко взорвался таким образом. Упал такой, ну, такое падение. Я ебал. Поебал убьет конкретно. Дайте мне встать, ебана в рот. Я встать не могу, блядь. Не, это бесподобно. Блядь. Я Коли ногами по голове уебал. Йоу, Сталин, давай что-нибудь, йоу. Йоу, диджей. Диджей, красавчик, давай, зажигай. На, нахуй, иди отсюда, блядь. Не понял. Там же упал. Кто стреляет? Чё, привет? Ты кто? Ну, привет. Блядь. А здесь валяется самолет. Это нормально? Йоу, Йоу, красавчик, ты здесь или ты все ушел? Братан! Чем нам заниматься еще 10 минут? А вот Таргу ты зря вальнул. Интересно, Коля, у тебя прям талант, блядь, на топовых игроков выебываться, а? Вот прям вот чувствуется талант, блядь. Бля, зарядиться не могу, пиздец. Не понял. Ладно, Тарк, сорян. Бля, убейте меня кто-нибудь, пожалуйста, народ. Да без вопросов, иди сюда. Спасибо, мандаринка, а то у меня перестал заряжаться упырь. А один хер не заряжается. Все, я не могу играть. А не поможет, все уже. Мандаринка, вот ты сейчас сорян, вот ты сейчас сама попала. Может, у тебя деньги закончились, Сербис? Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде бабло есть. Ну, все. Нет, я так понимаю, нужно, короче, да, новая, блядь, сессия. По-моему, все, пизданулось это, блядь. Мы разъебали. Да, красавчика эскейп. Как я выстрелил-то? Не понял, блядь, это что такое, блядь? О, красавчика вытащили. Ой. Ой, какой-то Накамори Ашуку, какой-то страшный, блядь, 77-го левла. Профессионал убийств. Хуя себе, Коля куда-то поехал. Коля, куда ты поехал? Нубяра. Иди сюда, я тебе покажу, что такое реальная жизнь. Едь ко мне, блядь. Понял? Теперь ты, сучка, понял, иди сюда, блядь, иди сюда, я прям на тебя бегу, давай, иди сюда. Бессмертный Chosen One бежит, блин. И выживает. Видал? Ты меня процентов 20 отнял от силы. Потому что я настолько крут. Видел чё? Не, так каждый лох умеет. Ты мне это в лицо скажи, блядь. Нормалёк, нормалёк.
Мандарика там летает вообще. Чудеса, блядь, на полях, блядь. Я бегаю, как деньги собираю. Ну я так и понял, блядь, что ты ходишь здесь. Сиборг тоже. Вот давай, 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 бьем! Ну ч ты это, йо, ты ч, бля, йо? Ты ч, блядь? Где ты, сучка, блядь? Ой. Что-то не добро, что не так? И ой. Да я сейчас куплю предметы, я сейчас куплю боеприпасы. И ты, сука, будешь плакать сейчас кровавыми, сука, слезами. У тебя не то, что кровавые слезы, у тебя анальные слезы пойдут, понял? Где ты, блядь, скажи мне это в лицо, сучка. Вау, видишь, как я выжил? Я выживаю всегда и везде. Меня невозможно убить, невозможно сломить. Я вездесущ. Хуя там за ним полетела хуйня. Это красавчик, ты вернулся? Видимо, да. Видимо, нет. Ебать, сука, 40 кадров в секунду. Ничего, моя машина выдерживала не такое. Какие-то взрывы, супер. Два пальца. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, блин. Да ты лох, ты даже, блин, это... О! 45 кадров в секунду. Хуй-то там нагнете мою видеокарту, понятно? Эта карта у вас еще, блядь, на ваших могилах простудится, блядь. Читеры. Красавчик, не там получится. Бомбёжка, блядь. Я чувствую дичь. Пахнет дичью. Блядь. Красавчик, не получится. А это не он, по-моему. Его уже нет в игре. Он. А, он, это да. Это он. Это он, а то он фасил это. Красиво, кстати, делает, смотри. Мне нравится. В невидимке. А-а-а. Да гору не получится. Да мы все хуже всех, блядь, понял. Хуя себе, блядь, диджи на записи будет. Я, блядь, автобус с горящими колесами. А, блядь. Огненный пиздец по дороге называется. Новый трэш, огненный пиздец. Слышь, Тарк, у тебя как там, нормально, не просаживается машина? Все нормально. У меня нет, у меня все нормально. Отлично, а у тебя, все Мандариныч? Нормально. Давай, иди сюда, бля. Скажи мне это в лицо, бля, ну. Таких, как ты, я, бля, 71-м штабелями ложу, нахуй. Бам. Где? Под Ханкенбаум. Хорошо выстрелил, Тага, хорошо выстрелил, базара ноль. Троих сразу с одного выстрела увалил. Красавый, ладно. Нет, я его просто под тебя направил. Я его под вас направил. Вот этого криптека надо как-то, блядь, наказать. Чё-то он какой-то тупой, блядь, да. Спасибо большое, Тарга. Ну, что-то перепутал, блядь, игры, видно, не на тот сервер просто зашел, такое бывает. Аккуратно, он на вас смотрит, наверное, пытается вас убить, Тарга, будьте аккуратны. Да, смотри, смотри. Да, если что, выпиливай нахуй. Неужели какой-то Оззи Гага, блядь, или Оззи Срака, блядь, на Коко решил выебнуться? Это очень интересный момент. Да, 14 уровень решил срубить ба это. Как его? Так, что, а что у нас здесь происходит? Васяня, блядь. Я Колю вальну. Красавчик, все хорошо, войны. Стой. Все. У нас с другими война. Красавчик. Красавчик, можешь наколдовать машину в огне? Красавчик! Ча-ча-ча. Другими война. Все, перестань. С двумя игроками другими.
Не, у нас нет войны, это просто какие-то лохи 10 уровня решили срубить на халяву КД. Да. В итоге теперь они срубают, блядь, пули в лоб. Ладно, таргет, возвращайся фанить, хуй с ними, с пидоргами. Это понятно, что лошё какой-то первый... Дятел Вуди. Дятел Вуди и еще этот. Ну да, 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 и... да, там тарга их раскатает быстро, чё ему. Там каких-то лохов, блядь. Пидрота какая-то, блядь. Ооо, видал, сука, людей, блядь. Коко, ты чё там устроила, блядь? Массовое побоище людей, ах ты. Как ты можешь? Так жестоко. Я тоже так могу, да? Смотри, я еще так могу, смотри. Сейчас они загорятся. Смотри, видела? Прогорать сейчас будут. О-о-о-о. Пропекаться. Ой, мандаринка соря. Чё делаешь? Оп! Just a fuck up, пидор. Boot me if you can. You so stupid, пидор. Ебать, сука, смотри, как ты там... Здравствуйте, бойцы, садимся. Да тут просто дичь какая-то началась, блин. Какие-то чуваки, похожие на Колю, бля. Shut up, Ringard, блин. I fuck you ass. Вот вали их. Их вон дохуя. Да мне похуй на петухов. Блять, я себя не вижу, зацени. А что ты делаешь? Видел, на? Зацени, слышь, что? Коко, смотри. Коко, видишь меня? Мандарины, видели? Даёшь жогово, бля. Просядем, нахуй, по полной. Уже 30 кадров в секунду. Нормалёк, нормалёк. Так и должно быть. 27, блядь, я убил. И что мне главное, я мандаринку каким-то образом убил. Как? Когда его даже рядом не было, блядь. Моднява, это 20-я. Не хотите ли подняв вот Т-20? Бэпоп! Мут ми, факин нуб! Фантом горит! Go escape! After, go, players! Players, find my nick, King Inders! And mut me, факин нуб! Слышь? Да! Красавчик! Чё? Что ты делаешь? Ты что даёшь? Рядом стою! Я а понял, что за фигня такая. Я тоже не понял, что это у меня такое? Слышь, может какая-то быть, Бэпоп отправить на другой сервер, а? Или в океан? Как ты думаешь? Бэпоп 4 The Win. Я с собой крови, да, рядом? Твой есть. Это квадратная кровь. Хорошо, хоть не серо-буро-малиновая. Мы не в Майнкрафте. Блин, что оделся, как у меня одежду. Только кипчанский хорошо, что не одел. Васитозом забил, нормально, блин. Ну а кипчанский еще не одел. Ловите, пацанчики. Видали, как я себе КД поднял? Четко. Только не там, Ирбис. Что? Где я? Желательно где-нибудь в океане. Красавчик, ты монстр. Никто бы так не смог. Полюбас. Ну, тебе повезло, согласен. Вау. Жалко, так нельзя все время бегать, слышь, чё? Ирбис, иди ко мне. Я знаю, ты здесь, я вижу твой ник, нахуй. Умри, лох. Сука. Чё вы, бля, все в невидимках, нахуй, а? А это ты сделал? Нет. Это вы сейчас... До этого же были нормально? Да. А потом... Ну, а потом в невидимках, вот... Таргу, он, по-моему, в этом нормально. А вот ты... И Коля, ты сделал... Ну, ты же нас сделал такими, и всё. Поэтому мы невидимки. Нет, нет.
чему нет. Чудес-то не бывает. А кто тогда? Здесь еще читеры? Я ничего не делал. Я вот с Коляном, я ему чего попал, отрил, вот с ним делал, а вот на тебе, вот выходит, вот Коля сейчас нормально ходит опять, видишь? Да Коля луп. Который только что сдох. Так при чем же я все равно невидимка, а вот... А вот теперь видимка. Ты видимка. Да. Нет, ты нормально уже был, когда вот Сосанера сейчас? Нет, он тоже был невидимкой. Я два раза был невидимкой. А вот сейчас... Вам не кажется, что это какой-то Котя охуел, ребят? Котя... А может Котя есть читер? Давайте догоним Котю, а узнаем. Коти, Котиус, Котиус. Ну, стоп, а может Коти тоже читер? Может быть его сюда просто и, блядь, или в океан? Давай в океан. Пускай поплавает. Красавчик, в океан. По-любому. Котю. Котю в океан. Полностью солидарен. Котя хочет плавать. Вот он тоже в невидимке хуяли, да? Вот я за ней смотрю, он в невидимке, да? Значит, это, видимо, Коти и есть. Слышь? Значит, это Коти и есть. Сейчас посмотрим, если я Котю не убью. Он меня убил. А, это Котя. Это он вас сделал такими, да. Не слушай, думаю. Слушай, попробуй его убить. Слышь, красавчик, попробуй его убить сверху. Сейчас, подожди. Котя юзает шестиствольник, это понятно. Не, Котю убили. Котю убили. Довольно-таки быстро Котю убили. Ну это же красавчик. Там же прикалывается. Котя. Все записывается на видео. Да. Котя или котяра на. Я тоже записываю. Ну так такой фан не записать-то, блядь. Грех не записать такой фан. Так, Гоша. Пиу. Так. Котя вышел. Ушел. Значит, Котя не Котя ушел. Все это делал. Значит, это красавчик все делал. Хитрая нет, жопа. Есть, я какому-то делал. Чуваку в голову попал. Стоп, сейчас посмотрим по игрокам. А че так может быть и лоханского левла? Конечно, в этой игре. Да, конечно, на. По любасу. Сейчас с ним поиграл. Знаешь, попробуйте игрока с ником Фритюр. Фритюрница? Фритюр? Фрутур, да. Фритюр, а не фрутур. Он на Бугатте разъезжает. Они все разбежались, да, нахуй. Быстро, блядь. О, быстро сажусь в Т-20-ю. На Бугатте ездит. Да хуй с ним, петух. Смотри, на чем я езжу, блядь. Видел? Чувствуешь? Чувствуешь дичь? Где этот педофил ебаный? Какой? Котя фрутюр. Съебался, все. Котя вышел из не, игры. Не, фрутюр. А, так он уехал уже давно. Они все быстро-быстро разбежались. Они поняли, что русские захватили сервер, что все. Слушай. Russian Mafia здесь. Ирбис. Да. Тут есть человек с ником Илюха. У него соотношение ОС 204. Где? В сессии есть пацан по одни. Вижу, Крэв, Илюха, да. По-русски базаришь, ну, Илюха. Отношение УС 204. Илюха. Есть. Это свой? Вайс, мим, слышь? Нет, вообще. Есть человек под ником Вайс Мимилон. У него тоже из банда Мино. Я вижу, да. 167. Не, ну Илюха, Коко сказала свой. Блять,
Что происходит? Какого хера я езжу на Т-20 и убиваю копов? Ёлки-палки, что происходит? Вот, я его нашел. Я нашел игрока. Какого? О, это я, Мандаринка, алло. Слышь, я нашел читера. Кто? Есть человек под ником Акимич59. У него соотношение УФ-5-54. Ой, Ирбис. Бон-бон здесь, господи. Ирбис. Пойдем бон-бона убьем нахуй. Не, бон-бон. Слышь, я говорю, Ирбис. Да я понял, это никакого отношения не имеет, да. Соотношение смерти читерства не имеет. Ну, может быть. Че может? Помнишь, тогда был человек с ником? У него вообще был 200 с лишним. А, это твои, что ли, Коко, Лен? Тогда понятно. Так они из боя боятся меня. Видишь, я им говорю, пошли стреляйся, он сразу себя убей. Пис-пис. Ну чё там, Илюха? Бон-бона не знаешь? А Илюха не отвечает, поэтому мне сложно сказать, будет он играть, не будет он. Чё, пошли ПВП, чё? Дружеское, френдли ПВП. На пляж. Такое легкое. Тогда понятно. Илюха, все плохо стреляют, но иногда проигрывают. Вот видишь, Коко, все меня боятся, да все уже знают мой ник и боятся со мной стреляться. Иногда Ирбис проигрывает, очень плохо он проигрывает. Они уже все знают, как только видят мой ник сразу, ой, да я плохо стреляюсь, ой, да сегодня погода нелетная, ой, у меня винтовки нету. Слышь, он согласился с тобой. Да без вопросов, едем на пляж. Правила стандартные. Поехали, и ты, Бон-бон. Бон-бон тоже может на ПВП, слышишь? Не, ну, Бон-бон не сможет на ПВП, потому что у него уровень, блядь, 77-й. Ну и что? А, у тебя уже... нет, ну ты все равно не будешь продвинутый. У тебя же эти статы не прокачанные. Короче, на пляж, Илюх. Играем до 34, без суицидов, без ничего. Только тяжелые винтовки. До... только хардкор. До скольки? До 34. Это разве проблема? Че так долго? Че так много-то? Че так много? Ну это минут 15 займет, если ты хорошо стреляешь. Если плохо, то минут 20. Ну, просто у меня на канале так принято. Вот первое мое ПВП было вот 34 с Леной. Вот после этого мы на канале всегда снимаем до 34. Бля. Ой. Стреляемся на линии пляжа, за эти будки не прячемся, то есть все нормально. Чисто вот настоящее ПВП, без всякой хуйни, как там задроты играют. И заодно Коко потом посмотришь, Леныча тоже в Ютубе. Блять, машина не едет вообще. Нет. Без колес. Машина едет. Ой, блядь, сейчас я подожди. Это рек туда едет, она вообще не едет. Так, ты уходишь? Кто уходит? Да не, красавчик так, здесь. Ты уходишь? Да, красавчик, слышишь, не подпускай никого к нам, хорошо? Так, подожди, сейчас я посмотрю, у нас авиафрахт стоит, нет? Да, я БСТ нет, тоже по-моему. Не юзаю, да, не беспокойся, я сейчас запущу авиафрахт, подожди, чтобы нам не мешали. Все, ништяк. Так, вот эту хуйню сейчас утопим, чтобы не мешало. Да, красавчик, все, кто лишних отсюда нахуй. От нас, да, убирай. Кто со мной будет стреляться нахуй? Ну, кто-то, да, кто-то придет постреляться, не по делу, он просто там, да, вот Бон-бон еще, ладно, пускай едет. Остальные в океан. Купаться. Ну, свои-то можно. Ну, своим-то можно, да. Ну чё, готов тогда? Братиш, давай выходи на уровень пляжа. Ты куда там, где бегаешь-то там? Уровень пляжа, вот, смотри. Я тебе сейчас покажу. Вот это уровень пляжа называется.
И вон там уровень пляжа, да. Все, давай первый суицид, чтобы не было вопросов. И поехали.